Привет всем. Вчера у нас воровали лук. Ну, это сперва мы думали, что приходили только за луком. Потом посмотрели. Оказывается, вырвали еще и помидоры. Поэтому теперь теплица на замке. Вообще никогда бы такого не подумали, что в сельской местности, где каждый может что-то вырастить, теплицу придется вот так именно на замок закрывать. Хотя многие у нас уже так и делают. Особенно рядом с различными пивнушками всякими, где живут люди. Потому что... А многие отказались даже от посадок, потому что и не садят. Потому что залазят и вырывают все. Поэтому вот такие дела. Теплица и замок. Огурцы уже практически все были собраны, поэтому огурцы им не достались. Перец, слава богу, тоже весь на месте. Ну, может быть, где-то, конечно, что-то и сорвали, но прямо так заметного нету. Что перец тоже жалко, уже перец такой вот большой, поэтому все на замке надо держать. А помидоры вот здесь, которые были, вот все ветки голые. Это не... Прям вообще... Вот она кисть была, и вся она голая. Вот такие вот были большие, хорошие помидоры. Вот такие кисти. Ну, в общем, вот с этого места они присели здесь и все собрали. Все, что можно было. Зеленые они, я не знаю. Ну, наверное, это правда, какие-то алкаши лазят. Больше некому. Вот, осталось. Что осталось, в общем. Крупные вот здесь вот все висели. Все пособирали. Осталось вот несколько штучек. Ну и туда пока не пошли, тут вот тоже цело осталось. Поэтому все, теплица теперь на замке. Такие дела у нас. Живем в деревне и на замке держим теплицу. Ой. А всему виной вот этот переулок, который между участками. Потому что так бы, если бы переулка не было... то, может быть, и воровства вот этого не было. Люди ходят, соответственно, здесь. Ну, что здесь, перепрыгнул забор и залез, и вырвал, что тебе надо. Поэтому такие дела. Переулки – это большая беда. Глухие, здесь ничего особо, так скажем, не видно. Залез и вырвал собаку. У нас собак травят. Некоторых людей это не нравится, что лает собака. Они, ну, чем-то накормят их. Ночью также подкинут и отравляют собак. Поэтому собак как-то не заводим. Да и собаку, если здесь завести, она все равно же где-то будет в одном месте сидеть. Она же по всему огороду не будет бегать. Поэтому бессмысленно. Многих так рвут. Поэтому как-то так. Главное, чтобы теплицы не рвали. Потому что жалко и помидоры, и перцы, и огурцы. Как бы это все в рассаде, все это выращиваешь. А все равно много усилий, труда, и тут раз тебе все это сперли. Потому что они раз пришли, вырвали, но, соответственно, они же еще придут. Поэтому на замке. В общем, всех благ всем. Пускай у вас все будет цело. Чтобы никто вам ничего не портил. Кукурузу, кстати, поправили. Вроде она ничего. Привязали проволокой. Вроде целая. А лук? Ну, лука много. Что теперь? Сорвали. Мы как-то к луку особо отношения такого прям уж, что это ой. Все, конец света нет. Главное теплица. А теплица на замке теперь. Ну, пускай все будет хорошо, в общем. Чтобы больше никто не лазил. Всем всего доброго и пока-пока. До новых встреч.